Не только подчас пандемии, коли она здарыцца. У Беларуси амаль готовы грунтовный и зразумелый наставникам, вучням и батькам интерактивный ресурс для дистанционного навучання школьников с 1 по 11 класс. Крыстаться им будет зручно как тем, кто пропустил урок, так и тем, кто был, але не до конца зразумел его змест. Зараз информация для портала допрацовывается и шлифуется, а с 1 студеня будет доступная кожному. Марина Северьянова с подробязностями. Многие дети после весенних каникул так и не вернулись у школы. Пандемия литерально парализовала навушальный процесс. Каб допомогчи наставникам протягивать занятки, для школ был подрихтованный адукационный ресурс. Всего за 4 дни у Гомельском областном институте развития адукации распрацовали веб-наставницкую с тлумачениями материалу и видеороликами. Когда мы столкнулись с проблемой, что часть детей осталась дома, а часть детей пришли в школу, и на учителя может лечь двойная нагрузка, мы очень быстро разработали информационный ресурс веб-учительская, которая помогает учителям заниматься с детьми самостоятельно, оставшимися дома. Теперь, когда мы стали работать, летом пришло осознание, первый шок прошел, мы поняли, что ведь не только в период пандемии или какого-то там заболевания такого массового нужна такая помощь учителям, но и есть дети, которые просто, ну, например, сломал ногу, и он должен 2 месяца находиться дома, он не может посещать школу. Есть дети, которые в середине учебного года по медицинским показаниям с родителями уехали в санаторий и вынуждены там с родителями заниматься. А, например, физика 7 класс уже не каждому родителю посильно, скажем так, да, проверить знания. Поэтому мы поняли, что ресурс нужен независимо от того, будет вторая волна пандемии или не будет. Мы должны поддержать тех детей, кто занимается дома. И на уровне державы было принято решение створить республиканский ресурс для навучания школьников с 1 по 11 класс. В нашем регионе работу по подрыхтовке контента курирует областный институт развития адукации. Педагоги Гомельщины распрацовывают 13 навучальных курсов. У работе заняты лепшие наставники. Яны записывают ролики с тлумачением нового материала. И тогда дети, которые пропустили навод один день занятков, смогут не отстать. Дякуючи такому зрушению, адукационному решению, батьки так само отримают возможность допомагать своим детям освоивать незнакомый материал. На уровне республики сегодня создается единый информационный образовательный ресурс. На этом ресурсе будут размещены видеоролики объяснения нового материала. Лучшие учителя страны записывают эти ролики, и для родителя будет удобно послушать объяснение, если он что-то забыл, и потом спросить у ребенка. Кроме этого видеоролика, еще будут подготовлены тесты для самопроверки, для того, чтобы ребенок мог понять, насколько он хорошо усвоил материал. Дополнительные ссылки на страницы учебника, методические, там различные ресурсы еще тоже будут к этому подключены. Поможе новый адукационный ресурс и молодым наставникам. Яны смогут виртуально отримать свои особливые мастер-классы от опытных педагогов, дякуючи их видеороликам. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».